Центральном парке культуры и отдыха в Пушкино прошла акция «Школа утилизации электроника». Жители приносили ненужную или неисправную технику – принтеры, микроволновки, ноутбуки, картриджи, а также электроинструменты и многое другое. Оборудование со знаком радиации сдавать запрещено. Сегодня у нас организован пункт приема оборудования электронного электрического в рамках акции «Школа утилизации электроника» при поддержке Министерства экологии и природопользования Московской области. Акция направлена на снижение отхода образования, так как у нас данный вид отхода недопустимо размещать на полигонах твердых коммунальных отходов. Данный вид отхода утилизируется только в специализированных организациях. Сегодня я сдала старые колонки, ноутбук. Важно сдавать на переработку, чтобы это не валялось где-то на мусорках и, не знаю, тысячи лет перегнивало. Хорошо, что есть места, куда можно сдать электронику. Я, в принципе, стараюсь вещи не выкидывать, эти вещи, которые имеют какое-то второе дыхание, если их можно сдать на переработку или кому-то отдать, всегда стараюсь это сделать. Каждый, кто принимает участие в данной акции, не только избавляется от ненужных вещей дома, но и дарит им вторую жизнь, тем самым делает нашу планету чище. Алина Рогожина, Антон Орловский, Яков Глейзер, новости Большого округа.